канале Марк. Ну чё, опять Wonderworld 2. Ну потому что Wonderworld 3 мы прошли. Ну давай по привычке. Ну уже 2. Ой. Ой. Ладно, ладно, ничего. У нас попытки бесконечные. Ну, давай в домик уже будем проходить. Домик Лео. Ёх, на меня я вспомнил. Этот ужас. Я сначала не встретил ничего необычного. Не-не, псих какой-то. Бежит. Прошлое видео вышло не очень, ну, как всегда. Ну, до сегодняшнего прохождения еще далеко, далеко. Тут всего 181 уровень. Так, волнистый бегун. Так, волны бегун. Я не нажимаю. Не-не-не-не-не. Да вы задеваетесь. Вали. Не, да вы издеваетесь со своим волнистым бегуном. Да, издеваетесь. Походу надо мной со своим волнистым бегуном. Все, наконец-то. Движение жизни. Дадим шанс двери. Так, волшебный прыжок. Ну, теперь мне все равно. Открыто залетай. Так, режи. Ах ты, падла. Еще и резать не буду. Ради побега можно. Ключ спешит навстречу.
получается. Получается, играю за ключа. Ох, это было напряжение, напряжение. Попробуй поймать. Что поймать? Где поймать? Мне надо запрыгивать что-то. Это равно моему прыжку. Поймал. Поймал. Так. Этот подлоток. Вы видите, у меня кнопки прыжка нету. Это подлоток. Подлоток. В чём смысл? Вот это подлоток. Что это подлоток? Подтолок. Пол это потом. Понянёки, ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня, господин. Да хватит стучать этому экрану. Да, показательный. Твой новый друг. Все, короче. Это мне не друг, это враг. Это говнюк. Валим на гельке. Вали, дружбан мой. Вали. Мой тупой дружбан. Блин, это друг чуть-чуть туповат. Опасный прыжок. Можно. В принципе, могу до сюда добежать. Пиши. Без опасности. Ты ёгломаная. Гляньте, это хватит стучать. Если еще раз стукнешь, то видео-то закончится. Какая неожиданность. Большая неожиданность. Кап. Мне надо эту неожиданность. Неожиданность. Всю неожиданность пока. Сейчас неожиданность не дружит. Ты не устал? Я устал.
я вот не очень устал. Ну реально, как это не устал? Уявіть, як ваші діти гуляють у Едемському саду із Адамом та Євою. Або ми... Так, це точно рай. Ні, це ад. Це ад. Це ад повний. Ні. Это пушка. Не получится. Пушка. Понятно. Какой-то легкий уровень. Пора открываться. Так, увидите там? Орен. Опен. Так. Успеть за 12 секунд. Пройти левел. Так, раз, два. Я, в принципе, успел. Мне можно было уже на двери поставить. Страшно. Прикинь, но нет. Если бы был ключ где-то там, то я бы испугался. Ключевой момент. Ладно. Ой. Помер. Ключевой момент. Осталось только все. Нету ключевого момента. Надо банку успокоительного. Да что за бахи? Что за бахи? Все перезагрузили. Или перезагружать игру. Он перезагружается, то, что вы убили в начале игры. Ну чё, 88-й, давай до 100-го дойдём, ключевой момент. Ну, это мы как раз проходили. Не понял. Так, белка в колесе. Ах, вы дрянь. Широкие. Ну, это будет самое страшное. Я вам не белка. Я с этих полицейских на кол. Сажу. Да как-то им расплатить. Кто эти уровни сделал. И кто-то вас стучась. И надо прекратить, чтобы этот One 3 он не стучался. Наверное, заменили на уровни 100.
ёкала манны. Как белка в колесе. Вам-то смешно. А мне, ну, как-то не очень. Мне не очень смешно. Самое ответственное. Хоп, все, так пошли. Так, ключи в опасности. Да вы издеваетесь, наверное. Это какие-то пришельцы сделаны, чтобы над нами издеваться. Нажать кнопку вперед или назад. Сейчас никакой будет не нажимать. Вот можно. Вали, дверюха, вали, 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 вали. Все, вали. Все. Так, самый колючий уровень. Кто хотел такой проходить? Да вы издеваетесь. Да не сломанная. Да вы издеваетесь. Вот это реально над нами поиздеваться. Ну, у меня ставки, что, ну, не знаю, какие ставки у меня, ну, ладно. Его ставки на следующий уровень. Так, что нужно осадки. Осадки фекалий. Ладно, придется промолчать. Рабога не рандомная. Кто не знал, что это такое рандом, это случайность. Что за баги? Так, верные комбинации. В
ворона появился. На коричневый. Все, точно не повезло. Не повезло. Надоедливый шмель. Он только там будет кушать. Главное, чтобы он не вер... Хотя, вот может и вылетать где-то. Ничего не заметил. Пушка тоже не двигается. А что-то тогда. Да заметил. Заметил. Сейчас буду воскресаться. То что он не прыгал? Нормуль, живем. Не. Эта игра собирается то по скалке, то уходит по сути. Вот там. Тут. Это все упало. Ё-моё. Так, ну чё? Тут никого нет. Ладно, это уровень сложный. Все, туда. Сейчас вернемся с светопрожектора. Ну, я должен выполнить обещание, да, супер, выполнить. Все, можем валить. Можем валить. Возьми красный ключ. Я на это не поведусь. Вдруг и про... Скорее всего, враг. И дружбан. А что с ним делать? Нифига себе паучок вырос.
что с ним делать? Если ты труп, то вспомни сейчас дверь. Открой мне дверь. Скорее всего, враг. Да ёкалы мне. О, блин. Ладно, ладно. Ладно. О! Можно было намного больше. Такой игры точно не будет. Так, давай дальше. Балим-балим-ба. Давай, какие ставки? Ставки. Блин. Это друг человека же поубойки? Так вообще отлично. Ключара. Мне кажется, или я влип. Идите в моего, если ты не влипнешь на друга. Все, пошел за ключом. Так думаю, ты разбылся. Ладно, тогда помрем и обратно сюда вернемся. Так. Что задумаю, а я не знаю, как в этом разбираться. Давай вниз ключара. Иди. Вниз. Этот ключ можно подвалить? Нет. Понятно, все. Так, как бы это провернуть? Понятно, надо туда запрыгивать. Капец полный. Ну ладно, если видео будет 30 минут. Вы издеваетесь надо мной, наверное. Ладно, мы пройдем уровень без подсказок. Это последний шанс пройти. У меня просто тогда терпение лопнет. Ну что, вниз, поехали ключара. Вниз. Да ёк мане.
что-то в гитаре. Ну ладно, ладно. Патрульный шмель. Патрульный шмель. Сейчас внизу полетит эта чепушина. Ой, ну поверх уже летит этот шмелюн. Все, теперь мне не торопись. Меня подкнули. Шипочки, шипочки, шипочки. А даже если они на один пиксель. Ладно, сейчас зайду, сейчас. Не. Ух, 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 ух. Ну, согласитесь, я кому-то сразу. Так, беги, 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 прыжки. Новая игрушка, новая ловушка. Хватит. Я видео снимаю. Ладно, прикольная игрушка. Меня подбросит. А ты меня не убьешь? Хорошечка. Гляньте, гляньте, какой стикманёк. Весёлый. И вот, я вот игрушку не очень оценил. Игрушку не очень оценил. Но, слава богу, хоть боссов нет. Так, лекарство. Блин, я лекарство потратил. Все, короче. Надо вовремя пить лекарство. Давай лекарство. Вы мне угрожаете еще. Ну и надо с такой полосой подобрать. Нам нужен ковер самолет. Еще ковер самолет. Что тут надо делать? Я вот не понимаю. Пошли, лягу. Не спали. Пошли. Телепорт. Как же я вас ненавижу, телепорт. Телепорты прошли. Невидимые платформы. И в невидимости мы провалились. В последнюю секунду. Она видимая, видимая, невидимая. Спинт. Спинт. Не, спинт. Отстань. Короче, мне капец. Ой, спинт, 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 спинт. Не, спинт, спинт. Спринт. Сринт. Сринт. Не понял, что это такое. Главное убежать. Сыпор и
нам капец. Мне надо как можно быстрее. Не понимаю, как это пройти. Надо, наверное, самолет нам какой-то, чтобы пройти. Ой, гоним. И вали. Здорово. Финиш, второе место. Да чё за байки? Так, не забывай двигаться. Не забывай двигаться. Не, что за пар? Все, теперь можем спать. Охота на ключ. Понятно. Ух, каким-то незамысловатым образом это пошли. Но это много времени, наверное, уйдет. Наверное, на это много времени уйдет. Смотри. Это ад. Это полный ад. Просто полный комментариев, кто не знает, это в смысле типа без слов. Ну, не вам, а мне. Так. Это все мыши прогрызли. Вот бы было еще видно, где они прогрызли. Но. Да вы издеваетесь? Там их. Есть еще шанс. Все, наверное, мы самостоятельно пройдем. Ладно, то хоть бы было видно дырки. Наверное, это будет за кадром. Всем пока, вы были на канале Марк. Пока-пока.